Помимо Куликового поля, память погибших почтили и на Преображенской. Именно здесь, во время уличных столкновений, днем 2 мая 2014 года появились первые жертвы. Андрей Бирюков и Игорь Иванов. Оба участники Евромайдана. 2 мая 2014 года во время уличных столкновений здесь, на углу Преображенской и Дерибасовской, были ранены двое парней. Чуть позже они оба скончались от огнестрельных ранений. Игорю Иванову было 27, Андрею Бирюкову 36, у него остался маленький сын. И вот сегодня, как и 5 лет подряд, на это место приходят люди, чтобы почтить память погибших. Невинному и невинному, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй! Близкие, друзья и знакомые погибших возложили цветы и установили лампадки у самодельного мемориала на углу Дерибасовской и Преображенской. Среди присутствующих были и свидетели произошедшей трагедии. Слава Украине! Саме на цьому місці загинув Андрій Бірюков, Ігор Іванов. Було ранено його за квартал звідси, ну і помер він вже в швидкій допомозі. 2 мая 2014 года мать погибшего Андрея Бирюкова была дома с внуком и об уличных столкновениях узнала, включив телевизор. Чуть позже ей позвонили и сообщили о том, что ее сына больше нет в живых. Прошло 5 лет, а Людмила так и не узнала, кто виновен в гибели Андрея. В 2017 году я написала в прокуратуру. Ответьте же, что же произошло и как это все. Они мне ответили, что у нас документов уже нет. Документы все отправлены в Генеральную прокуратуру Украины. И все, и на этом закончилось. Это самое страшное. Это никому не пожелаю, и врагам не пожелаю потерять сына.